Да. Итак, вышли на прогулку сегодня. 14 августа 2017 года. Ясное небо лазурное светит. Идем по Первомайскому лесу. Хорошо, свежо, мухи не кусают и так прочее. Вот. Прекрасно. Будни, никого нет, многие на работе. Все. Вот идем просто прогуляться, потому что в выходные дни мы не любим ходить, везде народу полно. А так вот в будни можно пройти прогуляться тихо, хорошо. Короче, меньше народу, больше кислороду. Вот и все. И вот мы идем. А наш путь предстоит, не знаем куда, куда. Куда надумаем, туда и пойдем сейчас. Вот. Пока такого мусора не наблюдается, конечно, по пути. Вот. Все хорошо. Птички поют. Соловьи уже, конечно, отпелись. Но кто-то еще тут голосок свой издает. Лесной. Прекрасно. Вот перышко уронила птичка, где-то на сосне сидела. Погода изумительная, хорошо. 22 градуса. Отлично. Идем не спеша. Зачем куда-то торопиться? Нам, пенсионерам. Но, тем не менее, мы молоды душой. Вот. Все прекрасно, чистенько, хорошо, очень отлично. Вот. Вон контейнер проглядывается недалеко от Утиного озера. Сейчас поглядим, Утиное озеро снимем. Давно я уже тут не был, конечно. Сейчас поглядим. Обозримо так. Вот. Тем не менее, у меня сейчас новая рубрика называется «Дзержинск в объективе, и все объективно». Вот такая у меня сейчас новая рубрика в соцсетях. Вот. Мой, так скажем, новый бренд моей рубрики. Дзержинск в объективе, и все объективно, про всех и про все. Ну вот контейнер, поглядим, люди сюда кидают что-то или нет. Надо поглядеть. О, и правда что? Гляди-ка. О, мусор собирается. Хорошо. Мусор собирается, отлично. Вот все в контейнер. Ну не знаю, правда, кто собирает, за кем кто. Может быть, работники. Может, сами отдыхающие. Но это слава богу. Гляди, какая чистота, какой порядок. Вообще красиво. Очень. Даже. Вот идем мы. Вот. Зайдем на Утиное озеро. Вот. Зайдем. Поглядим. Пугать никого не будем. Вот бревнышки для отдыхающих. Костер, видать, тут кто-то делал недавно. Вот, а костерок. Ну да, вот удочки плавают. Сейчас глянем. Ага, спугнул.
А где на бревнышке, Ир? Вон, а, да, вон их сколько. Вон их сколько. Много. А? Хлебушек ничего не взяли. Вон они на бревнышке сидят, загорают. Ага. Во. Приветствую, мои дорогие. Это я, Алексей Леший, собственной персоной, доктор Леший, к вам пожаловал сегодня навестить вас. Вот. Хорошо. Кувшинки цветут. Кувшиночки цветут. Вон они сидят, греются. Вот. А озеро так и не чистится. Да? Гляди-ка. Озеро так и не чистится. Да, озеро не чистится. Вот это плохо. Обещали, конечно, вычистить, а оно зарастает. А? Деньги по карманам расхватали, и все. Гляди-ка, выделили деньги на очистку озера, и видать, да. Это что такое? Где? Ну-ка поглядим. Да. Ну вот, нет, нет, это понятно, что их срубили там все. Но дело в том, что, гляди-ка, все, конечно, зарастает же, но... Ёлки-палки, да. Вон взлетела кряква. Вот мои хорошенькие. Вот они сидят. Сейчас с этой стороны поглядим на них. Сейчас с этой стороны поглядим на них. Вот они, мои хорошенькие. Чистятся. Перышки чистят. Ну, хорошенькие. Да, когда озерцо очистят и будет все вольготно, не знаю. На той стороне кто-то уже поутру распивает спиртные напитки, наверное. А может, я ошибаюсь, может, отдыхают. Или, может, рыбаки. Вот. Ладно. Пока-пока. Пойдем дальше. Пока. Вот. Наше утиное озеро. Наше утиное озеро. Наше утиное озеро. В каком оно состоянии? Наше утиное озеро. Скоро тут ни карасей, ничего не будет. Ни уток тоже, в том числе. Утки питаются в озере всем, то, что в нем находится, растительностью всякой. И вот теперь оно исчезнет. И все. Да. Жаль, жаль, жаль. Очень жаль. Вот лет 5 назад, когда я про это озеро написал песню, было хорошо. Все было очень отлично даже. Все было отлично. А вот теперь зарастающее озеро. И все. И больше ничего. Зарастающее озеро. А ведь 5 лет тому назад, я уж не помню, может быть 6, а может и больше, я написал ведь о нем песню. И неплохую песню я написал ведь, кстати. Вон там уточки средь кувшинок балахтаются. Вот, балахтаются все-таки. Да. Но это не дело, конечно. Надо озеро чистить. Надо озеро облагораживать. Все.
А то иначе все зарастет скоро. Все. Вон какие заросли уже. Во. Вот какие заросли уже. А ведь я здесь, в этих местах, рыбачил. И было тут так просторно все. Была везде вода. А сейчас это что? Ну, это не дело. Все зарастает, все. Буквально все. Вот. Все зарастает. Все. Надо приводить в порядок. Да. Плохо. Очень плохо. Жаль. Да. Шумел камыш. Под ясным небом. Шумел камыш под ясным небом. Да. Пойдем назад. Что тут? Вот, пожалуйста, решетка, которая была ограждение, сняли, смяли, изуродовали, и никому нет дела. Вот эта яма незакопанная, тут уже складируют по полной программе мусор всякого дерьма. И вот лежит эта решетка. Сломали, и все. И на этом все дело кончится. Вот так вот у нас здесь живут люди. Люди Бабушкина и так прочее. И вот, чтобы пройти, пролезть где-то, обязательно сломать, изуродовать, все оставить и все. И черт с ним. Вот так вот, господа. Никому нет дела, ничего, ничто. Полное попустительство, властей. И все. Елки-палки. Сломать сломали, и так и надо. Вот сейчас я пройду через эту решетку, пропиленную, восстановленную, вот, и все. У кого-то ноги не поднимаются, вот тот так вот и сделал. Вот я сейчас до сюда дойду, у меня батарейка уже на исходе, вот, вот и все. Что делай, не делай, все сломаем, испоганим, все изуродуем, и больше ничего. Вот так вот, вот такая у нас жизнь в Дзержинске. Ломать, кромсать и все, чтобы до лампочки было. Никому нет дела. Ну все. Пойдем дальше. Ну что, моя хорошая, идем дальше? Идем дальше, Лесси. Идем. Идем. Молодец, молодец, собачка, молодец. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Гуляем. Вот идем сквозь таких зарослей, дебрей, по тропинке. По тропинке идем. По этой. Вот. Дебри такие вот, заросли. И его действительно не видно, это озеро. Масленку. Вот его огораживают вот этот вот весь такой. Вот, загораживает его весь такой забор лесной. И все. И из-за этого не видно. Так вот, кто-то драл. Бобры, не бобры, не знаю. Наверное, может быть и бобры, если ободрано. Кажется, может и бобры зовут. Ну, андатры, этот уж точно. Вот березнячок небольшой. Вот. Вот масленка наша. Вот, видишь, его не видать. И оно живет тут в тени, в такой красоте необычной. Вот. Здесь не мусорят. Здесь тихо, уютно, рыбачки отдыхают. И все спокойно. Вот, красивое место. Масленка. Вот. Вот так вот. Привет,
мое родное озеро лесное. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Идем дальше. Продолжаем свой путь. Идем дальше. Вот. О, там собачка уже купается. Не видно, правда, отсюда. Но я уже вижу. Лесси купается вовсю. Вот. Ага. Вот тут очень красиво. Очень. Сейчас не ту возьмет. А? Сейчас не ту возьмет. Думаешь? И она обе, может, возьмет. Наверное, обе возьмет. Нет, она ту выбросила. А? Ту выбросила. Это потому, что та ее родная. Она с ней все время была, да? С этой. Вроде бы она с ней не шла. С этой палкой. О, молодец какая. Гляди-ка, а пот берет в воде. Молодец. Сейчас она отойдет, потому что будет рахать. Это Тихоянов в зону, мать у нее, как ранец. А это вот вообще мамочки вот смотрят. Озеро Масленка. О, хорошее озеро. Вот это озеро Масленка. Где хорошо отдыхать. Во, будь здорова. Во, все прекрасно. Вот сейчас очередного червячка насаживаю. Вот. Поклевка была, червя сожрала. Рыба хитрая у нас. Особенно на Масленке. Итак, привет всем с озера Масленки. Кто не знает это озеро, знайте. Я раскрыл вам тайну озера Масленки. Сейчас поглядим, что клюнет. Вот. Забросили. Будем ждать. И очередная поклевка идет. Так, идет поклевка очередная. Ага. Ну-ка. Долби ее. Ну. Оп. Во. Га. Нет. Сейчас попробуем. Там кто-то сидит. Уже ждет. Кто это был? А так, ух ты, пузырики. Значит, там не случайно кто-то. Блин. Сейчас попробуем. Если там пошли пузыри, там кто-то находится в том месте. Вот так, сюда. А ну-ка. Глянем. Ага. О, опять какая поклевочка идет. О, глянь. Ох ты, да. Не успевай его зацепить-то, гляди-ка, а. Ух ты, значит, там что-то сидит такое хитрое. Вон пузырики там, а. Ага. Ясно, сейчас мы его. Ну-ка. Где ты там? Ну-ка. Гляди. Пошел, гляди-ка. А? Ага. Ну, давай. Давай. Ну. Ах ты, гад, а. Ты погляди-ка, а. Ты гляди, это карась. Это карась ходит, гуляет. Батюшки. А у меня уже и червя нету. Пока останови камеру. Снимаю. Во. Ха-ха. Попалась. Что за рыбка, я не знаю пока. Пико знает, что это за рыбка. Попалась. Интересная какая-то. Ну да, что-то не пойму я, кто это такая, кто за рыбка. Отпустим. Конечно, отпустим. Пусть живет. Отпустим. Ну, как вихляется, гад. Ну? Что это за рыбка вообще? Не знаю. Что-то я не знаю, что это за рыба такая. Живи! Все. Так. Ладно. Выключить. А? Выключить. Да. Вот жена пытается поймать что-то. Поймает. Нет ли? Поглядим. Не знаю. Ну вот. Еще поклевки идут у нас. О, давай. Опа, молодец. Ну-ка, о. Ирина поймала. Молодец, процесс хороший. О, ну-ка, опять такая же, да? Чуть побольше. Ну-ка, дай поглянем. Молодец, гляди-ка, а. Вот это рыбак, а? Да, молодец. Вот что за рыба, товарищи рыбаки? Вот кто вот скажет? Вот, не знаю, я, по крайней мере, сомневаюсь назвать эту рыбу, эту породу рыбы. Вот сейчас ее поглядим. Ага. Облюбуем, вон она как-то пищится. Надо отпустить. Ага. Да, давай отпустим ее. Вот. Так, товарищи рыбаки, подскажите, мы пока не знаем, что это за порода рыба такая. Прямо в глаз. Вот, в глаз мой потихонечку вытаскивай, потихонечку. Не спеша ее так, тихонечко. Давай. Давай, тихонечко. Все, отпускай. Ну, давай, отпускай. Ну, все. Ну и все, пускай, может, оклемается. Вот. Молодец, вот. Ирина Алексеевна поймала у нас сегодня, тоже обрыбилась. Вот, она у меня еще не то способна ловить. Еще не видали, как на Волге она ловила чего. Так что, знаете, женщины, если мужчина ушел на рыбалку, это действительно затягивается и прочее, и не надо этому препятствовать. А если сама жена с мужем пошла, это вдвойне приятно. Они испытывают очень хорошее удовольствие в этом вопросе. И я скажу, вот мы с удовольствием ходим и рыбачим.
облавливаем озера. Вот. Вот и все. Вот сейчас она попытается еще что-нибудь может вытащить. Вот так вот. Мужики, глядите, как наши жены рыбачут. И неплохо даже. Все. Вот так вот. Вон опять поклевка. Ладно, сейчас. Ну что, мы закончили рыбачить. Половили на свой интерес. Значит, я выловил небольшую рыбку. Породы, которую не знаю до сих пор. Это я потом выясню. И у меня Ирина вытащила также собственной персоной. Тоже, как вы видели, поймала рыбку. Вот, такой же породы. Вот. Ну что? А сейчас мы прекращаем обзор этой масленки. И пойдем мы в освояси. До следующего раза. Вот. Тут все как хорошо. Вы заметили. Тихо, спокойно. Никто не шумит, не галдит. Вот. Кое-где, где-то там на той стороне, на противоположной, сидят рыбачки. Вот. А так все хорошо. Вот наша эта масленка, про которую я сочинил песню очередную. Вот. Про это озеро. Озеро хорошее, прекрасное. Больше, чем утиное, кстати, озеро. Не заросшее, кстати, озеро. Вот, утиное-то оно уже заросло у нас сегодня. На данный момент оно зарастает. Не знаю, когда кто от чего его примется чистить, но, по крайней мере, утиное озеро у нас зарастает. Плохо, конечно, уточки там ютятся. Это все хорошо. Но озеро надо приводить быстро в порядок. Иначе будет ужас. А вот поглядите на слюнка. Совсем другой вид. Прекрасное озеро, где тоже так же ютятся уточки, также рыба обитает разного, разной так породы. И все прекрасно, очень отлично. Ну все, друзья, с вами был сегодня Алексей Доктор Леший. Все, в обратный путь. Пока-пока. Все, пока. Вот за пределы мы масленки вышли и пошли в сторону садов по дороге вот. И вот обратите внимание опять, сколько раз я выставлял в интернете такие вещи, что здесь целый Содом Гоморра, свалка, все прочее. И никто ни у кого ум до сюда не дойдут ноги, и ум у кого-то такой узкий, ум сухой. Не знают, что ли, об этом? Все прекрасно знают, что здесь садоводческое товарищество, что здесь уже такая свалка уже преобразовывает такой большой масштаб. Это вообще ужас. Вот, обратите внимание, ну что это такое, а? Значит, питомник весь забросили, Дзержинский. Все, насрать, наплевать, все сломаем, мы заново построим. Что только для себя. Дома свои, коттеджи, и наплевать на все. А вот то, что тут безобразие творится, елки-палки, это вообще попустительство наших, опять же, властей. Ни до сюда никто не доберется, ни Дзержинское телевидение, ни Кулаковы всякие, которые только могут снимать происшествия на дорогах. Людей, где калечат, давят. Вот туда они бегут. Все эти Кулаковы и все прочие. Дзержинские журналюги. Корреспонденты. А вот до сюда добраться, в чисто экологическую среду, и где ее поганят, никому нет дела. А мы вот выставим все на обзор опять. Вот так вот. Власти города Дзержинска. Любуйтесь такой красотой. Пойдем дальше. Вот по этой дороге мы идем. Опять же, очередная мусорная куча. Очередная свалка дерьма. Так скажем, свалка дерьма. Вот по дороге идем, и очередная свалка дерьма. Ну, тут вот кирпичики. Это, естественно, дорогу уплотнили кто-то, чтобы тут
было можно проехать как-то. Вот. Как-то проехать можно было, все хорошо. Тут раньше была жижа, дорога такая. Вот. Ну, кто-то, видать, постарался. Сделал хорошее дело для садоводов. Вот. Это я приветствую. Ну, а то, что там свалка такая, куча дерьма всего, вот это да. Вот. Ну вот, видать, постарались кто-то тут. Кирпичиков. Такой мусор кирпича. Утрамбовали все, уложили. И вот теперь машины могут здесь проезжать. Вот, хорошо. Пойдем дальше. Ну вот, зайдя в лесок, обнаружили подосиновичек. Эй, привет! Как живешь? Молодец, растет в тихушку. Иду и думает, не найдут. А мы его хватит? Нашли. Дай-ка, пожалуйста, минушечек. Так он нас ждал. Вот, он нас ждал. Он нас ждал. Мы сейчас его спилим потихонечку. Вот первый гриб попался нам. Первый грибок попался нам. Вот, достанем его. И покажем. Вот. А? Да, чистенький, хорошенький. Вот, чистенький, хорошенький. Хороший гриб. Все. Может, найдем что-нибудь еще. Вот, первый грибок. Все. Полезай в кузовок. На. Вот. Все. О, хорошо. Да, все. Вот выходя из питомника Дзержинского, где по краям уже обустроили коттеджи, понастроили и все прочее, вон же синий забор. И вот в этой глубинке посмотрите, что творится. Во! Полная безответственность. Полное попустительство всего прочего. Это что называется? Кто мне подскажет? А? Я вам сейчас скажу. Это называется паразиты. Самые натуральные паразиты, которые тут обосновались. И вот эти вот паразиты здесь барагозят. Вот вы поглядите, для чего паразитам дали эти места, чтобы они срали здесь. Чтобы они все тут обсирали, все прочее. Вот это вот паразиты. Как больше слова я не назову. Паразиты. Все. Вот они обустроились, там у них чистенько, хорошо, все уютно и спокойно. А здесь давай гадить. Все обсирать, все прочее. Но что это за такое, а? Когда это там в конце кончится, а? Ёлки-палки, ладно. Понятно, все. Я просто хочу сказать. Вот сюда ни одна пресса, ни один журналюга сюда не дойдет никогда. Тут в дебри кругом, тут в дебри все можно засирать. А что за журналюгам сюда идти? Им просто где-то в городе что-то снять. Что ты, блин, показуху устроить? Но вот где-то там в зарослях, где творится безобразие, полная безответственность наших властей попустительства, вот сюда до сюда никто не доберется. Никогда. Ни один общественник, никто. Но мы вот люди, такие патриоты нашего города, мы довсюду доберемся и довсюду мы дозвонимся. Вот и все. В конце концов, надо прекращать это безобразие, эту всю безответственность. Обнаглели уже, совсем обнаглели. Ничего не понимают, в конце концов. Ничего. Ну ладно, пока. Все.